В областном центре состоялась церемония открытия информационно-разъяснительного центра для соотечественников и кандасов. Специалисты колл-центра по телефону отвечают на вопросы людей, планирующих переселение. Занимаются разъяснительной работой. До конца года планируется провести работу с 2900 желающими, 1400 из которых уже прибыли в регион. Получить услугу центра можно и онлайн по номеру телефона или через социальные сети. В 2024 году в область переселились около 10 тысяч человек. Этот центр открыт для помощи гражданам с юга или с других государств. Два сотрудника будут отвечать на телефонные звонки. Связавшись с ними, можно будет получить информацию по рабочим местам и в целом про регион. В основном приезжают из Туркестанской области и Шымкента.